скоро будет творожок. Из кислого молока скоро будут рожки для потолстения. Скоро будет творожок. Из кислого молока скоро будет творожок для омоложения. Сейчас мы с Сёмой танцуем танцы. Я не знаю, кто это поет. Кто это поет? Сейчас мы... Вау, ту-ту! Сейчас мы будем танцевать! Ой! Ой, закончил он петь. Короче, смотрите, такой вопрос, друзья. Мы живем почти в Княжьем озере. Видимо, мы сегодня оделись в розовое. Ой, Сём, говнячая песня, ты прав. Сейчас мы поищем какой-нибудь другой. Ой, все, мам не туда нажала. Сос. Сос, сос. Короче, пока мы ищем музыку, такой вопрос. Вот мы с Сёмой оделись в розовое. Я считаю, что мальчикам можно одеваться в розовое. Это плохая музыка. Да, Сём, сейчас мы поставим другую. Вот какая-то хорошая, да? О, это клёвая музыка. Сёма, погнали! Я считаю, что девочкам можно одеваться в розовое, но Станислав Юрьевич... Блять, ну что ж за мама такая? Всё перекручивает не туда. Вот оно, Бридж ТВ. Просто хочу звук сделать погромче. Сейчас. А пока смотрите, как мне... Розовая, потому что я хочу оставить себе эту кофточку. Может быть, она, конечно, сильно молодежная, но пока мы танцуем. Погнали! Ху-ху! Опа-па-па-па! Сёма, давай, давай! Ху! Хе-хей! Ты посмотри, они нам все время какие-то хвосты песен дают. Вот гады! Гады! А мы вот такие розовенькие. Не знаю, у всех нет звука, это у кого-то одного нет звука. А мы здесь, мы все со звуком. Сейчас нам дадут... Что, классная кофта? Смотрите, мне именно нравится, что вот это Шанель в виде откусанных пряников. Ну вот не знаю, чуть прям не хочется ее мне сдавать. Кофту скоро вам напишу в Инстаграм, откуда, с какой странички. Девчонки мне подогнали. Но вот прям она мне очень нравится. Итак, давайте пока ищем музыку. Давайте кофте этой да или кофте этой нет. Давайте. Что у Семёна и так есть эта рубашка, она у него и будет. А вот кофта да или нет? Да, 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 кофта да, кофта да. Но для дома мне жарко. Я на гастроли в ней планирую ехать. Моя любимая... Слушайте, класс, хорошо, что я к вам обратилась за советом, потому что я не знала, брать ли мне эту кофту. Теперь понимаю, что брать. Но я потом вам еще покажу, какого у меня другого цвета есть кофта. Ну да, пончики или бублики, не знаю. Сейчас, Сёмчик, пройдет реклама и будет музыка. Хочешь музыку? А потом пойдем кушать с тобой. Вот именно, что сейчас... Вот сейчас оно, видите, еще и с моими ногтями для Ио. Да, детские, а мы есть маленькие. Еще я... Что, показать? Смотрите, сейчас покажу вам еще второй вариант кофты. Но на самом деле я уже фактически выбрала. Вот, смотрите. Кофты. Такой же пончик обгрызенный, приятно, с этим, с Шанел. И вот такая вот. Поэтому смотрите. Розовая лучше. Но это не белая, это такой бледно-голубой, видите? Это такой бледно-бледно-голубой, скорее даже бледно-фиолетовый. Сделаю фотки, поставлю в Инстаграм, там, чтобы вам было комфортнее, и вы там сравните. Слушайте, как они достались со своей рекламой. Дайте нам музыку. Мы хотим Сёме перед макаронами
немножко потанцевать. Сейчас, я ищу все. Блин, опять я не туда нажала. Боже мой, ну что ж такое? Зачем я нажимаю на этот пульт, Сём, непонятно. У нас с тобой нет музыки. Пошли пока посмотрим конвертики. Смотрите, у нас еще есть такие два конвертика. Один мне подходит розовый. Видите, какой? А, удачи вам, ребяточки, удачи вам на операции, чтобы обязательно все у вас там было хорошо, чтобы все прошло успешно. А у нас пока baby time. Этот танец веселый мы посвящаем вас, чтобы у вас на операции присутствовал оптимизм и вера в то, что все будет однозначно хорошо. Конверты зачем? О-хо! А вдруг мы родим? Для малышей. Для тебя дает музыка, музыка, танго поем. Я знаю, что ты злой, потому что ты уже хочешь макароны. Ла-ла-ла-ла. Зачем мне конвертики? Класть туда детей или медвежат? Все. Ну давай сейчас еще одни поцелуйчики и все, и уходим из эфира. Давай? Все, давай. Язычок, все, язычок просят. Да видите, музыки нет. Мы так хотели вместе с вами потанцевать. И музыки нету. Везде какое-то затишье музыкальное. Музыка нас играет, музыка. Ну, разве что такое, да? Людмила Васильевна, учительница, вам привет. Хорошо учить. Язычок очень даже прилично. Мы любим показывать язычки и нарушать правила. Две гитары, да, Сёмочка? И скрипка одна. Смотрите, еще какую мне замечательную прислали икону. Смотрите, Николая. Резную, ручной работы. Просто прелестную. Смотрите. А теперь все вместе. Волшебный совершенно. Волшебный совершенно. Девочка Элина, передаю тебе привет. Ну, Колёк у меня поэтому и Колёк, потому что я молилась Николаю Чудотворцу. И вот он сейчас у меня здесь. И, кстати, есть еще один Николай. Хожу. Не так часто, как, наверное, нужно было бы, но хожу. Сейчас я вам покажу. У меня еще есть один Николай. Вот, посмотрите, какой. Вот, видите, какой мой дорогой. Вот. Что, ты выключил? Ну, видишь, эти маракасы тут и будут. А теперь все вместе. Тримболить. Барабан, рояль, бас, флейта и саксофон. Давай, еще последний шанс того, что мы... найдем с тобой музыку. Давай еще раз, последний раз всем пробуем. Мы идем есть макароны. Телепутешествие. Так, мульт. Ну это тоже не. Да что? У нас еще светло, да. Так, вот этот бридж. Такой музон опять. Интересно, он разбьется во что-то. Будем под это танцевать? Сём, ну больше ничего нет. Сейчас она разобьется, эта музыка. Лиза Андреева, привет. Айдана Мухамеджанова, тоже привет.
оставляю розовую. На зло Станислав Юрьевича, который не разрешает нам носить розовые. Привет, подруга. Чинчарадзе Шорене. Ну что, потанцуем? Давай. Давай. Шарадзе, да-да. Ла-ла-ла. У-ху, ла-ли-ли-ца. Ла-ла-ла-ла-ла. Привет, Пермь, Шевченко, Юлька, Коза, Сёма, жги, Вика, hello. Ну что, еще самый последний шанс, и сейчас музыка, the right song, правильная песня, тесто, но это какие-то диджеи, должно быть прикольное, Сём. Ой, как называются, не знаю. Короче, с музыкой не получилось. Бабушка Тамара Коржова, вам привет. Лена Запорожья тоже привет. Пошли мы есть макаронусы. Bye.